На повестке пиздатый Segway с порванными пендалями. Клиент кричит, не включается. Не запускается. Батарейку другую новую подкидал. Нихуя не дало, пришлось разобрал. И делается вот так. Пизда кнопки. Мы сделаем вот так. Все. Колесо попиздило, похуярило. О, сработало. А включаться не хотел. Сейчас берем эту кнопочку. Либо просто клиенту подарить вот такой пинцет, и пусть он его через вот этот хобот включает. Все. Все пиздячит. Конечно, Segway такого хламового качества, он уже не включается. Короче, кнопка окислился. И все. Сейчас мы делаем вот так. И вырубался. Короче, это у нас Segway Хламидий. Колеса у нас пластмассовые. Сейчас мы ее вскрывал. И я вам показываю качество. Написано 54, но по факту у нас тут 36 вольтов. Плата, как всегда, маленькая, так что хлам будет работать. Так, добрый ваш красавец готов. Все с ним гарно. Вот это нельзя категорически допускать. Надо взять насис. Вот такие насис. Вот. И насисом накичить колеса. Потому что вы на спищенных колесах наебнули его. Почему? Потому что большая нагрузка, большая на моторе, соответственно, на плату. Вот. Так что сейчас все гарно просует. Даже буксует. Или буксует. Педаль мы вашу заправили. Как говорится, шубу в штаны. Или шубу в трусы. Все гарно работает. Так что можно сегодня приезжать и забрать ваш, напомню, это у нас Naibot Mini с маленькой платой, с алюминиевыми колесами. Так, выключается? Все, выключается. Вот такие дела. Так что готов. Зарядку вашу отдаем обратно.